Я готов, Лен. Иван Скорелый. С каким коллегой? С каким коллегой?
Гудаури, ну тоже нормально. Фаза ушла, что ли? Она еще где-то здесь. И это хорошо. Как удобно посмотреть, сколько травы на участке выросло. Наилучшая позиция. Приятное с полезным, как говорится. Ну что, еще надо покрутить, да. Потом свинчиваться, а иначе ай-яй-яй по башке. Так, льемся минус 0,4. Камера и аксель. Столько ушей. Ладно, пробьемся вперед, ребеночек.
Расколбас. Восходящий должен быть. Опс, 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 опс. Я же не держу. Я родной поточек. Облачко подсасывает. Забор звукоулавливатель, он наверняка работает как триггер. То есть если воздушная масса сходит, она по идее должна как-то сорваться, я так думаю. Где-то вот в этом месте. Где-то в этом месте должно происходить. Может какой-то зверёчек истремнёт, хотя уже 100 метров остается. Уже может только стрельнуть в подвески. Еще тут мышка в норку залезла.